Уважаемые ученики, сегодня вы просмотрите видеоурок окружающего мира по программе Школы России для учащихся второго класса. Начну я со сказки-загадки, которую написал Владимир Даль. Внимательно послушайте ее и догадайтесь, о каких птицах идет речь. Вышел старик-годовик, стал махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем. Махнул старик-годовик первый раз, полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз, и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы. Махнул старик-годовик еще раз, и полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый раз, и полетели еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. Догадались, о чем идет речь? Правильно, это времена года. На уроке мы с вами совершим экскурсию в одну из них. Отгадайте загадку и узнаете, в какое именно. Тает снежок, ожил лужок. День прибывает, когда это бывает? Правильно, весной. Тема урока «В гости к весне». Цель – ознакомление с признаками весны, наблюдая за явлениями живой и неживой природы. Назовите весенние месяцы. Молодцы! Март, апрель, май. Давайте понаблюдаем за каждым из них. Отгадайте первую загадку. Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, снег худеет, мякнет, тает, грач горластый прилетает. Что за месяц? Кто узнает? Молодцы, ребята, март. Слово «март» не русское. Оно пришло к нам из Византии. Первый месяц весны назван так по имени бога войны Марса. Наши предки называли этот месяц протальником из-за быстрого таяния снега и проталин. В марте сыреет под ногами снег, в тени еще зима, а на солнышке капель, лужи. Потому называют март еще и капельником. 21 марта день весеннего равноденствия. День равен ночи. Следующая загадка. Яростно река ревет и разламывает лед. В домик свой скворец вернулся, а в лесу медведь проснулся. В небе жаворонка трель. Кто же к нам пришел? Апрель. Апрель – солнце, снег и дождь вперемешку. Непостоянен обманщик апрель, на дню семь погод. Смену солнечных дней вьюгами и заморозками в народе истори называют апрельскими затеями. К концу этого месяца солнце красное прогоняет последние остатки снега, поэтому апрель называют снегогоном. Заиграли талой водой овражки, моросит первый весенний дождик, широко разлились лужи, трогаются весенние воды. Куда ни ступишь, куда ни посмотришь, везде вода. Отсюда еще одно название апрелю – водолей. Кажется, вся земля, встречая весну, спешит получше умыться перед тем, как надеть наряд из зеленых трав, листвы и цветов. За непостоянство погоды, ее изменчивый характер. Его прозвали капризник или обманщик. Следующая загадка. Зеленеет даль полей, запевает соловей. Белый цвет оделся сад, пчелы первые летят. Гром грохочет. Угадай, что за месяц это? Май. Май или весна зелени.
Наши предки называли май травником, птичьим пересвистом. Май – конец весны, преддверие лета, весна зелени. В мае ветер поет, а земля надевает свой лучший наряд. Земля покрывается зеленым ковром, май – цветень. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. Время звонкое, певучее, что в полях куст, то щебет и свист. Как в лесах веточка, так песенка. Прибывают последние пернатые странники на места гнездовий. Еще одно название маю – травень или цветень, потому что все зеленеет, цветет. Давайте рассмотрим объекты природы весной. Объекты бывают живой природы и неживой. К живой мы относим человека, насекомые, рыбы, растения, звери, птицы. Неживая, вспоминайте, небо, облака, осадки, ветер, солнце, водоемы. Какие же изменения происходят в неживой природе? Солнце становится выше, чем зимой. Дни становятся длиннее. На улице потеплело, растаял снег и лед, оттаивают почвы. Небо голубое и высокое, облака белые, легкие. Появляются первые осадки в виде дождей, первая гроза, ветер. Водоемы тоже поменялись. Произошел ледоход, лед на реках трескается. Происходит половодье. А теперь рассмотрим изменения в живой природе. К живой природе мы относим животных разных групп. Насекомые, рыбы, птицы и звери. Что же происходит с насекомыми? Они выползают из коры деревьев. У рыб происходит период нереста, то есть откладывают икру. Птицы прилетают из теплых краев, вьют гнезда и выводят птенцов. Звери тоже просыпаются от зимнего сна, у них начинается линька и рождаются детеныши. Запомните, не нужно тревожить и беспокоить птиц на гнездах. Нужно развешивать скворечники и не разорять гнезда. А теперь давайте рассмотрим, какие изменения происходят в живой природе. Появляются раннецветущие растения. В них набухают почки, появляются первые листики, а у деревьев начинается сокодвижение. Рассмотрите, почему эти растения зацветают так рано. Раннецветущие растения получают питание из своих утолщенных подземных частей, в которых с прошлого года хранились запасы питательных веществ. Почва весной насыщена влагой, им требуется много света и влаги. Тепла им требуется немного, вот они и цветут в начале весны. Многие из вас, ребята, собирают весной букеты весенних раннецветущих растений. Как вы думаете, хорошо ли это? Конечно, это плохо. А что же мы с вами можем сделать, чтобы сохранить эти растения? Прежде всего, это не рвать их, не топтать, а только наблюдать за этими первоцветами. Запомните правило. Не рвите раннецветущие растения. В лесу передвигайтесь только по тропинкам, ведь гибель травянистых растений губительно сказывается на состоянии всего леса. Букеты составляйте только из цветов, которые человек вырастил сам у себя на садовом участке. А теперь я вам предлагаю поиграть. Найдите лишнее слово, объясняя свой выбор. Март, апрель, май, ноябрь. Догадались? Конечно, это ноябрь, ведь март, апрель и май – это весенние месяцы, а ноябрь – осенний. В садовом участке.
А теперь я вам предлагаю поиграть. Найдите лишнее слово, объясняя свой выбор. Март, апрель, май, ноябрь. Догадались? Конечно, это ноябрь, ведь март, апрель и май – это весенние месяцы, а ноябрь – осенний. Мать и мачеха, медуница, ромашка, подснежник. Конечно, ромашка. Мать и мачеха, медуница и подснежник – это весенние цветы. Медвежонок, лисенок, теленок, бельчонок. Теленок. Ведь медвежонок, лисенок и бельчонок – это животные леса, а теленок – это домашнее животное. Бабочка, трясогузка, шмель и пчела. Трясогузка, бабочка, шмель и пчела – это насекомые, а трясогузка – птица. Трактор, лопата, грабли, вилы – молодцы! Трактор, лопата, грабли и вилы – это орудие ручного труда, а трактор – это транспорт. Теперь послушайте домашнее задание. Я предлагаю вам составить рассказ на тему «Весна пришла». А поможет вам таблица, которая перед вами. Какие изменения произошли в природе? Поговорить о солнце, о том, что дни стали длиннее, потеплело, какое небо, какие облака, что произошло со снегом, какие осадки стали выпадать, о появлении первой грозы, что произошло с почвой. Также рассмотреть, что произошло в жизни растений, о появлении насекомых, возвращении перелетных птиц, какие изменения произошли в жизни зверей. Итак, домашнее задание. Составьте рассказ на тему «Весна пришла». Сегодня на уроке мы с вами побывали в гостях у весны. Познакомились с изменениями, которые происходят в живой и неживой природе. Узнали, как меняется жизнь растений и животных с приходом весны. На этом наш урок заканчивается. Всего вам доброго. До свидания.